В Тюменской области активно ведется работа по лесовосстановлению. 14 миллионов сеянцев планируют высадить в этом году на участках, поврежденных огнем в 2021 году. При планировании объемов по лесовосстановлению мы исходим из того, что количество посаженных сеянцев должно быть как минимум столько же, сколько мы потеряли в ходе лесных пожаров, незаконных рубок. Но мы планируем всегда высаживать больше. Глава региона Александр Мор отметил, что по сравнению с прошлым сезоном количество лесных возгораний сократилось почти в 4 раза, а площадь, пройденная огнем, в 12 раз. В 2022 году закуплено 38 единиц техники, 459 единиц противопожарного оборудования. При патрулировании используются беспилотные летательные аппараты, работают 17 камер видеонаблюдения. Штат пожарных десантников увеличен на 20%, полностью укомплектованы лесопожарные формирования.